на перерыв. Домой, думаю, ну, обычно я вот в 10 часов сюда прибегаю, на полчасика у нас большой перерыв. Я на диванчике такая прыг, вот так, прыг бы, прыг, ну, приходится прибавлять приставку бы. А тут вот у меня пассажир лежит. Ну, Виктория его иногда балует. Жоржик, это так там вообще-то мое место. Давай, вставай. Жоржик, вставай. Вставай, пошли. Пошли, мне тут 10 минут выделили на работе полежать немножко. А куда мне деваться? Пошли. Выходи. И вообще тебе хозяйка балует. Ты должен на улице бегать. Солнечные ванны принимать. Травка, витамины, все. Ты и так там лежишь на 15 этаже. На розовых подушках. Еще и тут теперь. А удобно-то как, гляньте, в щелочку так лег в углубление. И что? И ножкой дык-дык-дык. Жорка, вставай. Жорка, пошли. Пойдем. Пошли, я тебе что-нибудь интересное дам. Ну, как же его выманить на улицу? Марсика проще. Подошел к холодильнику, и он тут как тут. А этот нет, будет лежать. Жорика ни холодильником не возьмешь, ничем. Ни фруктами, ни овощами. Его только можно, знаете, чем взять? Сейчас я попробую его взять. Его можно только Миркой взять. Мирка его стимулирует. Мира! Мира! Мирка! Быстрее! Твоя помощь нужна. Пойдем, Мира. Мира, быстрее за мной. Пойдем. Нет, Марсик, ты там не поможешь. А кто Джерика переставил? Кто его сюда поставил? У него тут место всегда было. Или давайте сюда его. Вот здесь пусть стоит. Птенечки. Все, пошли. Пошли. Вот друга забирай. Сюда. О, друг уже вскочил. Услышал. Мирка, пошли. Мируха, забирай. Жоржика. Мира. Забирай. Так уж и забирай. Давай. Выводи своего кавалера. Пошли. Быстрее. Да подожди ты, занавески. Быстрее, все. Все, вот, видите, какой способ. Мирка. Так, это мне будет мешать. Все, пошел я на диванчик. Прилягу, место освободили. Ой! Вот так. Все. Отдыхаю. Ну, а тебе, Магарыч. А ты иди. Ты не заработал. А Мирка заработала.